В большой семье не соскучишься. Это и совместные прогулки, и выступления на сцене. Супруги Яблоковы воспитывают 5 детей. 4 сыночков и умницу дочку. Всего их 7, то есть настоящая семья. Не укуси. Он любит. Просто вы резкие движения не делаете. Когда вы резко делаете, они тоже боятся. Собраться так всей семьей на прогулку у Яблоковых получается только по выходным. В будни папа Сергей на дежурстве в МЧС, мама Надежда занимается любимым делом – дизайном валенок. Двое младших – Алексей и Илья – в садике. Старшие – Павел, Дмитрий и Злата – после уроков занимаются спортом. Держи, 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 держи! Еще чуть-чуть осталось, еще 3 секунды! Они у нас спортсмены и... С 6 начинаются, до 7:30, до 8, и буквально в 9 они домой возвращаются. Также и дочь после уроков сразу же на спортивную гимнастику идет, на МДС-10. Сегодня пропустила? Сегодня пропустила. Попросили, разрешили. Здесь, в зооуголке, Паша и Дима уже были. Животные никого не оставляют равнодушными. К ним в семье относятся с уважением и заботой, ведь дома у Яблоковых свой мини-зооуголок. У нас дома есть черепашка, ее зовут Машка. Во дворе у нас курицы и утки. Ей собака есть, кошка. Его зовут собака. Две кошки. Один парсик, другой персик. Этой осенью семья Яблоковых будет отмечать оловянную свадьбу. Надежда и Сергей вместе уже 17 лет. Вспоминают, познакомились в день, который по преданиям ничего хорошего не сулит. Когда мы познакомились, 13-го, в пятницу, так он мне в тот же день сказал, женимся осенью и будет 5, вот и вот 5. Я посмотрел, такие голубенькие глаза, вот с первого взгляда вот влюбился. Прям с первого взгляда? Да. Все, я это решил тогда же, то, что это мое. И вот не упустил свой шанс. Он из большой ТБАС Кушулги оказался. Между нами буквально 4-5 километров, а познакомились в Чебоксарах. Суждено. В большой семье принято заботиться друг о друге. Когда отец семейства на дежурстве, справляться с младшими Надежде помогают взрослые сыновья. Вот и ответить на вопрос, как сохранить в семье мир и дружбу, маме помогает Павел. Говорит, главное – понимать друг друга. Мам знает, чего я хочу в спорте добиться или в школе добиться. Она старается это развить. Или папа. Таким мы мелких пытаемся в чем-то разбить. С помощью телевизора спрашиваем, какие вещи, где находятся, это развивает их память. Хорошо. С помощью физических игр, это прятки, догонялки или собаку гуляем. Трудолюбие, умение сопереживать близким, взаимопомощь и поддержка родных. Многодетная семья этому и учит, уверены Яблоковы. У Алексея китайский домик, у Ильи гараж. Молодцы! А еще они все делают сообща. Выступают на сцене, участвуют в конкурсах, что еще больше сплачивает семью, в которой действительно 7 «я».